И чуть поаккуратнее стали. Оба уже здесь так проверили мощь ударов. И вот опять на сближение попадает Сергей Измайлов. И повело сейчас. Есть. Ух ты, еще раз неприятное попадание. И Руслан. И опять в открытый. Ну вот, пожалуйста. Снова. Здорово. Ой, плотный левый боковой. Еще один в обвод перчатки-то. Ох, в той или иной степени Руслану. Хорошо, опять попадает передней рукой. Продолжает обрабатывать. Причем очень здорово Али работает на старте раунда. То есть как раз пока... До поры до времени выдерживал. Да? Жестко! Вот здесь здорово подготовил удар справа. Да, здесь я понимаю возмущение команды Али Измайлова, что Руслан Пайфер откровенный. Ой, серия ударов. Четыре удара прошло. Сначала джеб боковой у него. Принимая удары на себя и пытается что-то вернуть. Ой, опять хорошо, закручивание. Хорошо, попал здесь и еще раз справа достает. Ну, какой, ну, здесь очень крепости. Крепости духа в первую очередь. Ну, какие удары он получает? Рефери. Да, это остановка, все, достаточно, действительно достаточно.